Одесский концерт российской певицы Елены Темниковой оказался под угрозой срыва. Оказалось, что не все рады ее грядущему выступлению в ночном клубе «Ибица». Одесские радикалы протестуют против концерта известной российской певицы Елены Темниковой, которая должна выступить с концертом вечером 24 мая в ночном клубе «Ибица» на открытии сезона. Учитывая все возможные риски, руководство ночного клуба обратилось с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому. В обращении говорится о том, что Елена Темникова неоднократно гастролировала в Одессе и Киеве, а Служба безопасности Украины не запрещала артистке въезд на территорию нашей страны. К тому же владельцы ночного клуба заявили, что располагают информацией о том, что Госпогранслужба получила устное распоряжение не пускать артистку на территорию страны. Потому они просят Владимира Зеленского восстановить справедливость и прекратить теневое давление чиновников на свободы граждан. Что ответил президент, пока неизвестно, как и то, что будет из себя представлять протест радикалов против выступления Елены Темниковой.